Вы прибыли в Соловецкий лагерь особого назначения, чтобы честным трудом искупить свою вину перед Родиной. Страшно? Конечно. Все они штрафники, садисты и прелюбодеи. И перевоспитывать в тех нет смысла. Незаменимых нет. А я заменимый. А кто вы, Артем? Москвич. Боец, читатель книжек. Нет, что это спись. Заключенный Горяинов, 12-я рота, статья 138. Видели бы вы, как Галина на него посмотрела. Прямо до мурашек. А что вы умеете? Целоваться? Нет. И всем нам кажется, что это большевики напортачили. А это империю вывернули наизнанку. Как шубу. А там вши, гниды всякие, клопы. Это и есть Соловки. Первый узел в смертельной паутине кулака. У тебя остается два варианта, как вижу. Стучи. Совсем взбесились большевички. И это только начало, Василий Петрович. Самое начало. Обитель. Скоро. На канале «Россия».